Весна – пора субботников. Первыми к наведению чистоты и красоты родного города подключились молодежные трудовые отряды. Ежедневно на ивановских улицах, в скверах и парках заниматься благоустройством города будут десятки молодых людей. Возраст рабочей молодежи от 14 до 17 лет. Ребята и делом заняты, и карманным деньгам за свой труд очень рады. Месячный заработок работника составляет 2500 рублей. Записаться в бригады может любой желающий. В настоящее время, с марта месяца 2014 года, мы запустили весеннее трудоустройство в рамках выполнения муниципальной услуги временного трудоустройства молодежи. На сегодня организовано 4 трудовых отряда, общее количество 35 человек. В мае месяце будет то же самое, 35 человек подростков возраст 16-17 летних. Ну а с 1 июня мы запускаем летнее трудоустройство, где будут трудоустроены подростки с 14 до 18 лет, в общем количестве 1000 человек.